Добрый вечер, дорогие друзья. Меня зовут Вадим Комаров. И вот теперь есть звук, правда? А то тут так переживали некоторые, что нет звука. Вот есть. Поставьте по пятибалльной системе. Как меня слышно? Я думаю, сейчас все меня слышат. И у всех все успокоились. Так, очень хорошо. Значит, друзья, если у кого-то совсем маленький компьютер, вы можете расширить экран над моей фотографией, есть кнопочки. Ну, это вам, чтобы лучше было видно. Но в основном, сегодня вы будете слушать. Извините. Вам нужны будут листочки, ручки. Вы будете обязательно что-то записывать. Очень прошу вас, отвечайте мне в чате. Только вот обратная связь даст нам результаты. Договорились? А теперь я хотел бы посмотреть, из какой страны каждый. То есть мне хочется посмотреть, сколько человек и из каких стран перед Новым годом за неделю ходят на вебинары. Прошу вас. Россия, Венгрия, Италия, все подряд пишите, а я посчитаю. Так, Россия, Беларусь, Украина, Эстония 4. Так, Украина, Израиль 5. Молдова 6, Казахстан 7, Кипр 8. Так, пока все, 8 стран, у нас Греция, да, Греция, 9, ага, Молдова вроде была, Россия, Пенза, респект. Испания 10. Ну давайте за 10 хоть перешли бы. Ну ладно. 10 это тоже здорово, правда? 10 стран вот так вот одновременно в одной комнате, нормально. На самом деле у нас партнеры есть в 47 странах. Вот такие вот у нас географии. В 47 странах. Ну, давайте, в принципе, уже начинать наш вебинар. Наш вебинар. Слышно меня хорошо. Людей у нас 263 человека. И давайте уже поговорим о основной цели вашего прихода в интернет. Ну, тем не менее, давайте цель целью, а вы мне скажите, напишите. Для чего вы, в принципе, пришли в интернет? Основное. Заработать, потусоваться, пообщаться в социальных сетях или что-то другое. Будьте добры, напишите одним словом. Почему-то мне кажется, раз вы здесь за неделю до Нового года, то все-таки есть смысл поговорить о заработке. Совершенно правильно. И вот вы знаете, в интернете не так много, в общем-то, различных заработков, да? Не так много. Но, тем не менее, они все упираются в слово «сайт». Давайте вот вспомним. А, кстати, кто был у меня, кто первый раз, и кто был вот на прошлом, видали, на позапрошлом, кто был, поставит восклицательный знак, кто первый раз – минус. Давайте так начнем. Чтобы мне знать, кому повторять, кому не повторять. Так, вижу плюсики, ой, восклицательные знаки, вижу очень много минусов. Тогда вам будет сейчас очень даже интересно, почему вы будете зарабатывать в любом случае, если будете использовать наши методы. Это будет для тех, кто не был, вам тоже это будет полезно, потому что, вы знаете, такие интересные письма приходят. Я все, говорит, поняла, но не понимаю, откуда деньги. Вот давайте на эту тему поговорим. Итак, прежде чем я вам начну рассказывать, я вам расскажу, как будет проходить сегодняшний вебинар.
Мы за 40 минут с Натальей Кривцовой, за 40, ну 50 максимум постараемся, выдадим вам основные моменты наших вот успехов, наших достижений, нашей системы заработка. Познакомим вас с нашими наработками. Мы в этом проекте 7 месяцев. Вы увидите примеры реальных заработков, причем достаточно хороших. Я познакомлю вас с историями, мы детально разберем вот всю эту систему. Но, естественно, за 40-50 минут мы не дадим вам все, что мы наработали. Только основное. Но в конце обязательно предоставим вам выбор. Либо идете с нами, мы вам говорим, что делать пошагово, как пройти к деньгам. Либо вы говорите, я сам, Сусам, мы говорим, что делать, и вы пошагово к деньгам. Вот это вот план сегодняшнего вебинара. Поставьте плюсики, что вы поняли. А то я уже было, чуть не забыл вам поставить вот такую вот задачу на вебинар. То есть в конце вебинара у каждого из вас будет, в общем-то, выбор. Либо пойти с нами, либо нет. Одно из двух. И каждый из этих выборов будет, ну, в принципе, правилен для вас. Потому что мы самое главное на этой земле, да? Ну давайте, а теперь поговорим. Итак, чем бы мы ни занимались... Партнерские программы, допустим, мы решили продвигать партнерские программы. Можно там обойтись без сайта, хотя бы одностранично? Да никогда. Если у вас нет сайта, вы не сможете рекламировать эти партнерки в интернете. Если вы создали свой инфопродукт, вы сможете без сайта двигаться? А вы так иногда мне пишите, да или нет. Я думаю, вообще нет разговора. Если вы занимаетесь фрилансом, то есть пишете статьи для кого-то, вам о себе надо рассказать? Конечно. Ну, в общем, сайт стоит в основе. И плюс кое-какие вещи, которые окружают этот сайт. Ну, то есть любое действие в интернете не обойдется без рассылщика писем. Ну а кому будете вы свой сайт-то? Если у вас не будет базы подписной, вам некому будет рассылать, никто вас не узнает, вы не заработаете. Вот такие вот небольшие рассуждения. Сегодня я начал так, потому что я знаю, что в этом зале очень много новичков. Совершенно людей, которые, может быть, недавно купили компьютер. Недавно пришли в интернет. Вот поставьте единичку, если есть люди, которые совсем еще, в общем-то, начинающие. Вот поставьте единичку, я посмотрю, есть такие или нет. О, да тут я вам скажу, ребят, основные люди это. Два этот, который человек недавно только совсем, но что-то умеет. Ну, в общем, в целом, да. И вот вспомните... Я, например, вспоминаю себя, когда я купил первый компьютер, но я еще был учителем информатики, математики, я вел там, но правда тогда у нас не было компьютеров. А купил я компьютер свой где-то в 2004 году, первый. И я тогда твердо решил, я буду зарабатывать в интернете. Вот я думаю, кто из вас покупал компьютер, вот, например, все, кто поставил единичку сейчас, все точно знают, что они будут зарабатывать в интернете. И вот начинающий человек, он точно знает, что он будет зарабатывать, и точно знает, что ему нужен сайт. Согласны со мной? Плюсики. Вот первое, что идет в голову любому, даже вот вообще, который ничего не знает, свой сайт и интернет. Если есть такое, ставьте плюсик. Вот, и вот этот новичок, естественно, купил компьютер, ему нужен сайт. И что он делает? Его научил друг, как в Яндексе пользоваться. И он сразу пишет себе, купить сайт. Ну, типа, я сейчас себе куплю сайт, там что-то размещу, начну деньги делать. У него нет пока ни обучения, ни наставника, никто ему еще не помогает. Он просто как вот птенечек, вот только-только. И он встречает вот такие цифры, 200 тысяч, 150 тысяч, 2 тысячи, 15 тысяч, 18. Он что думает? Ребят, вспомните себя. Вы что думаете? Дорого, да? Дорого. Ну что ради, я сейчас 200 тысяч буду выплачивать. Хотя некоторые покупают, я вам скажу. Покупают и потом смотрят на него годами. Когда же деньги оттуда посыпятся? Ну ладно.
Человек понимает, что это дорого, и он думает, я создам свой сайт. Вот сейчас я немножко вот то, что говорил на прошлом занятии, еще добавлю вам некоторые моменты. Но вот сначала это поймите, новички. Человек, который хочет создать сайт, он также в Яндексе пишет «создать сайт самому». Правда же? И ему Яндекс тут же на первой странице выдает кучу, а всего 82 миллиона. Он может листать целый год, и все время ему будут давать там, как создать сайт. Но наше вот это объявление находится на первой странице. Именно мы этому вас научим в нашей команде. И человек, который написал создать сайт самому, видит ваше вот здесь вот объявление, он думает, ого, это как раз то, что мне надо. Поверьте, на 10-тысячную страницу он не пойдет. Он здесь кликнет, и ему откроется вот что. Это понятно, ребят? Это понятно? Пока, вот ставьте мне плюсики. Это потому что, мне кажется, все понятно. А новичок может подумать, нет, это что-то сложное. И ему открывается вот такая страничка, одностраничный сайт. Там страница приземления, страница подписки, как хотите называйте. Но в любом случае, это ваша такая вот страница, которую мы вам фактически сразу в первый же день дадим. Пока вы ее учитесь сами делать, у вас будет своя собственная, чтобы не терять времени. И ваш человек, тот новичок, пишет. Имя, e-mail, это то, что надо, ему нужен сайт за 40 минут и так далее. И ему приходит сразу же вот такое красивое письмо. Видите? Привет, там, здравствуйте, хотите сайт, все, вы понимаете, за этим будущее, нет проблем, давайте приступим к делу. То есть вот эти письма мы тоже вам дадим. Потом вы сами их будете писать. Человек нажимает на ссылочку, чтобы перейти к первому уроку. Но ему же сайт нужно сделать. И мы действительно ему пошагово даем, как сделать сайт. Но для того, чтобы ему начать делать сайт, ему хоть как надо купить место на хостинге. Понимаете? Это платная услуга. В интернете достаточно много хостингов всяких разных, да? Но есть какие-то хуже, какие-то лучше, но неважно. Мы ему даем сразу же предложение. Вы купите вот место, это не 200 тысяч, это 150 рублей в месяц. И мы с вами начнем создавать сайт. Естественно, он покупает. Потому что 150 рублей, это даже меньше, чем чашка кофе у нас в Питере. Вот в кафе зайти, да? Это вообще нисколько. Он покупает для того, чтобы продвинуть, набрать базу и так далее. И с этого момента этот человек становится вашим постоянным клиентом. Вернее, не вашим, а того хостинга, который ему продал место. Но если вы представитель этого хостинга, то это ваш клиент, и вы получаете деньги. Скажите, ребята, вот когда вам надо платить за сотовый, или платить за квартиру, за воду, там, за что-то, за свет. Вы же платите, даже если иногда не хватает денег. Там, на что-то другое, там, на развлечения, на какие-то и что. Вы платите. Правда же? Если, допустим, человек создал красивую страницу, и она у него работает в интернете. И если он не будет платить, эта страница перестанет там показываться. Ему это надо? Нет. Конечно же, он будет каждый месяц платить. Вот этот момент понятен или нет, ребят? А этих клиентов... Ставьте, пожалуйста, пятерочки, если понятно. Этих клиентов каждый день становится все больше и больше. Потому что на эту самую страницу к вам приходят каждый день люди. Им нужен сайт, но это не только сайт. Мы вам дадим еще 7 разных рассылок, это я позже вам скажу. Там, как Photoshop, компьютерный азбук, английский язык, да все что угодно. Научим еще видеомаркетингу, но это опять в конце я буду с вами разговаривать. Итак, у вас каждый день прибывают клиенты. Клиенты платят 150 рублей в месяц. Каждый. Это нисколько. Но если у вас 1000 клиентов,
то у вас получается, если разделить там 1000 на 30, да, 33 там оплаты ежедневно. А это значит, что вы ежедневно получите деньги. Понимаете, когда у вас... А когда 2000, 5000, это будет очень шикарные деньги. Вот смотрите, тот человек, который сдает в аренду хостинг, рассылщик писем, комнаты и другие всякие инструменты, будет богат всегда. Вот кто с этим не согласен, поставьте 0. Кто согласен, тот поставит, пускай, 10. Ребята, поймите, без этого в интернете делать нечего. Будете вы этим заниматься или не будете, это ваше дело. Но тот, кто будет этим заниматься, тот будет всегда богат. Потому что у него каждый день приходят новые и новые люди, которым требуются вот эти инструменты. Я надеюсь, вот это я донес. Это самое главное, что вы должны понять сегодня. И он будет богат всегда, потому что сегодня у него 1000 клиентов, а завтра 2, а послезавтра 20, а через год 100 тысяч клиентов, если он продолжает работу. Каждый день в интернет заходит все больше и больше людей. И каждый раз, вот, отличный вопрос, Света, как этому научиться? Вот именно об этом сегодня будет речь. Позже. Терпение. Смотрите, один клиент у нас в команде в среднем приносит $5. Он же берет не хостинг, берет рассылщик, берет, может, такую комнату, да? Берет конструктор сайтов. Ну, то, что кому надо, тот то и берет. Но в среднем мы посчитали $5. И вот представьте, нам приносит каждый клиент $5. И вот если их много, ну, что говорить, посмотрите, это мои письма, которые я утром открываю. То есть у меня утром, ежедневно, вот такой отчет. И у каждого из нашей команды. Только у некоторых поменьше, кто только начал, у некоторых побольше. Но эти вот растут. Знаете, как приятно? Утром открываю почту, и у меня вся страница вот в этом. И вторая вся в этом. Я просто выделяю весь список. Быстро проглядел и удалил. Что все, хорошо, спасибо. Рассказали мне, что у меня деньги сегодня опять есть. Понимаете, ребят? Вот меня... После среды кто-то спросил, я все поняла, что платят 150 рублей, но я не понимаю, откуда деньги. Ребята, вы поняли, откуда деньги или нет? 334 я хочу плюсов увидеть. Или не увидели вы здесь денег? Настоящих денег я вам еще не показывал. Вот, Светлана не поняла, Шубинская, откуда деньги. Когда человек платит аренду, вот это 150, то хостинг отдает вам рублей 50-70 с каждой оплаты. И они к вам зачисляются. По-моему, здесь все просто. Это очень-очень-очень просто. Главное вам научиться вот продвигать. И это наша задача. Вот сюда вы выводите деньги. Это очень приятно. Мгновенный вывод. Спустился в банкомат, снял деньги. Вот смотрите историю нашей команды. В мае... 33 партнера, но это нас не интересует. Интересует 254 клиента, совсем немножко. Мы зашли, у нас была подписная база, мы дали письмо, что у нас есть инструменты, и нам пришло 254 клиента. Сейчас прошло 7 месяцев. Теперь все, кто сегодня первый раз, посмотрите на цифру. 9622. Вы умеете считать, да? Умножьте в среднем на 5. Сколько денег, долларов причем? Каждый месяц получает наша команда. Хорошо выходит или нет? Кто хочет, так же 100 ставит. Пока. Я еще не говорил, что сделать, это вам расскажет другой человек. Но кто уже доходит потихонечку, ставит 100. Здесь через год будет 90 тысяч клиентов, а может быть 190 тысяч клиентов. Я не знаю, как быстро мы сейчас попрем. Но пока идет стремительнейший рост. Просто стремительно. И партнеров, кстати, 537 из 33. Это тоже существенно. А вот сейчас настало время вам послушать. Что же мы сдаем в интернете? Что же мы сдаем? Что же надо сделать, чтобы прорваться к этим вот лицензию? Как взять лицензию на продажу этих инструментов?
Вот это вот все вам расскажет эксперт. Ее назначил президент компании. Он отметил ее достижение, что она лучшая, она разбирается. Я сам с удовольствием послушаю еще раз, как она подаст нам именно товар, который у нас расхватывают как пирожки, и возможности. Итак, встречайте, Наталья Кривцова, лидер команды Alt-Invip. Спасибо, Вадим, за представление. Всем доброго вечера. Поставьте по пятибалльной системе тоже, как меня слышно. У нас микрофоны разные. Спасибо. Пока Вадим говорил, рассказал он вам практически все, уже можно идти регистрироваться. Я посчитала, сколько по флагам посчитала, сколько же у нас сегодня стран представлено. Насчитала 15. Вот это как раз показатель того, насколько действительно, независимо от того, где вы живете, уважаемые друзья, всем нужен, конечно, заработок. Ну, когда-то за ним пришла и я. Я врач. Вот так я внизу написала о том, что я заслуженный врач России, почти 40 лет имею стажа. Когда мне начислили пенсию, у меня такой звоночек в голове прозвучал, что мне что, до самого конца работать, потому что на пенсию прожить нельзя. Это сейчас она 12 стала, была она 5-100. Вот, и тогда уже, в общем-то, начало это все шевелиться. У меня была сетевая компания, и я человек, который был яростным противником вообще и сетевого бизнеса, и добавок. Вот, и вот так вот судьба меня, в общем-то, развернула, что я подумала о том, что надо говорить об этом в интернете. Я врач, я хочу об этом говорить, потому что действительно, и мои коллеги, и множество, в общем-то, людей, которые пока еще этого не видят и не понимают. И пошла учиться в Академию Альт. О том, что я буду интернет-бизнесменом, вот именно в таком ключе, я, конечно, не думала. Но здесь на фотографии вот мои внуки, собственно, ради которых вот по большому счету все и делается. И точно так же, как и я, пришли многие пенсионеры. Я вам сейчас показываю новичков. Уже таких асов будет показывать Вадим. Вот Александра Баталова. Ну вот всего ничего, она пришла-то в ноябре только. Вот, и посмотрите у человека, какие достижения. Человек, который тоже пришел рассказывать о здоровье, о сохранении зрения. Гузель Камалова. Когда я уже вела курс, она была ученицей, сейчас мы на равных, интернет-предприниматели. Вот, это вот ее доход, который она получила. Это вот все, кто достаточно непродолжительное время. Вот Любовь Яшева, она тоже пришла развивать свой бизнес. И она развивает свой бизнес, и она получает вот такой же доход, в общем-то, достаточно солидный. Так вот, когда мы говорим о нашем проекте, мы называем этот проект Alt-Invip. Ну и возникает вопрос, а что это такое, что одно другое заменяет? Вот я хотела бы вам уточнить. Онлайн-академия Alt – это очень мощный, обучающий в интернете проект, обучающий тому, компьютеру обучающий, обучающий, как вести свой бизнес в интернете. Мы учились на других инструментах. Но вот 7 месяцев назад в нашу жизнь, в поисках, конечно, поиски Вадим проводил, в поисках инструментов, которые были бы ну, максимально легки, просты для понимания, доступны нашим ученикам, Вадим вышел вот на эти инструменты, которые предоставляет бизнес-сообщество InWeb24. И когда мы поняли, что, в общем-то, это то, что нам нужно, это то, что нас даст нашим ученикам, нашим партнерам возможность очень эффективно вести свой бизнес, даже несмотря на то, что они новички, мы объединили наши усилия. Потому что всегда ставили своей целью помочь всем желающим зарабатывать деньги через интернет. Ну, Вадим уже говорил о том, что
те возможности, которые сегодня интернет предлагает, они безграничны. Но вместе с такими золотыми зернышками очень много и мусора предлагается, много всяких авантюрных проектов. И вот человек, который пришел, вот вы пришли, да, как новичку отделить и как понять, где нормально, где, в общем-то, можно проколоться. Я бы на тебя не взяла вот такую возможность, несмотря на то, что я здесь достаточно долго. И вот в этой области я доверяю, Вадим меня экспертом назвал, а я скажу, что я доверяю суперэкспертам, какими я считаю, в общем-то, Вадима. Прежде чем нам предложить, он все это изучил сам, он встретился с руководством компании, все обговорили, вот, и мы начали работать на этих инструментах. И вот как сетевики здесь есть, вот поставьте, давайте пятерочки, наверное, есть сетевики у нас. Вот как хочется кричать о том, ну вот, поздравляю вас, друзья. Когда вот ты начинаешь применять продукцию, да, и когда ты видишь результат, которого ты даже, может быть, и не ожидал, об этом хочется кричать всем и всем рассказывать. Вот примерно то же самое происходит и здесь. Когда мы увидели, Господи, с какой легкостью можно сделать сайт, слайд-шоу, буквально три нажатия кнопки, главное, чтобы картинки были подготовлены, все, у тебя слайд-шоу стоит на сайте. Вот я почему говорю, потому что я вот только-только что сейчас это сделала. Вот, конечно, об этом хочется рассказывать. Ну а то, что это еще и деньги дает, то это повышает ценность этого проекта невероятно, конечно. Причем, я повторяю, деньги и новичкам тоже. То есть здесь настолько все понятно и доступно. Даже если вам сейчас кажется, что вот, ну, что-то такое тут пока еще не очень понятно. Ну вот так вот, бизнес идет в интернете на чем? Он идет на том, что востребовано. То есть тот продукт, который востребован. И при всем моем уважении к, ну, БАДам, там, ну, каким-то другим продуктам и так далее, они не будут настолько востребованы, чтобы каждый день они были нужны. Да? Вот я думаю, что сетевики со мной согласятся. Но есть товар, который нужен каждый день. И такой товар для нас с вами вот по жизни, да, мы за телефон заплатим, мы в первую очередь заплатим. Мы в первую очередь заплатим, да, за коммунальные, за воду, за свет, за электричество, потому что иначе отключат, а как же мы без них? Мы заплатим за телевидение, канал и так далее. Вот это обязательные вот такие траты, за которые мы будем платить всегда и в первую очередь. И вот сейчас в эту же категорию уже пришел, уже двумя ногами стоит интернет. То есть люди за него будут платить всегда. И наличие собственного сайта – это, ну, как несколько лет назад, да, наличие мобильного телефона – это показатель статусности, престижности. И люди сейчас понимают, как поняли вот представители 15 стран, о том, что деньги в интернете, и деньги зарабатываются шикарные. Билл Гейтс говорил о том, что скоро останется два вида компаний – те, которые в бизнесе, те, которые в интернете, и те, которые вышли из бизнеса. Поэтому и бизнес сюда приходит. И вот этот продукт, как собственный сайт, как инструменты, благодаря которому можно сделать, да, средства, вот эти именно средства коммуникации сегодняшнего дня, это самый востребованный продукт. А раз у этого продукта такая востребованность, значит, и мы, дорогие друзья, с вами будем при деньгах. Потому что мы, став партнерами, будем являться носителями, да, вот этих инструментов, которые людям нужны. Так вот, мы работаем с этими инструментами, мы ведем свой бизнес на этих инструментах, и мы имеем возможность, будучи партнером компании InWeb, сдавать их в аренду. Вот именно об этих деньгах говорил Вадим, о том, что именно за аренду по нашему приглашению люди, которые пришли, которые платят именно за эту аренду, InWeb перечисляет деньги нам лично в наш кошелек. Вот эта часть, вот понятно вот то, что я сказала? То есть мы этими инструментами пользуемся, и мы имеем возможность давать их в аренду. Так, ну, нескольким человекам понятно, да? Но, надеюсь, остальным тоже. Итак,
мы говорим о системе Altenweb, о том, что эта система представляет как инструменты для интернет-бизнеса, а Академия Alt — это обучающий проект, значит, естественно, будет и обучение. И вот здесь был вопрос, как этому научиться. Так вот, именно здесь вас этому и научат. То есть InWeb компания создала полный набор инструментов. Какие инструменты? Хостинг, да, Вадим говорил, конструкторы сайтов, конструкторы страниц, авторассыльщик, комната для конференции – это непреложная часть для ведения бизнеса в интернете, потому что встречаться, да, надо с партнерами, с клиентами. Мы сегодня с вами в этой комнате. Комната с совершенно невероятными возможностями. И еще один, я его на сладкое оставила, это конструктор для видеооткрыток, которые вы сможете посылать прям людям по почте с видеороликами там и так далее. Это элемент уже вирусного маркетинга. А вирусный маркетинг – это самое мощное средство продвижения своего бизнеса в интернете. Как того бизнеса, ради которого вы пришли в интернет, так и того, который вы будете иметь, став партнерами вот этого проекта. Экономия невероятная, потому что все инструменты, которые необходимы для ведения бизнеса, да, и инструменты для создания сайта, и авторассыльщик, и комната, и хостинг, и так далее, это все находится в одном месте. Вот это выгода невероятная. Вы знаете, что сейчас комплексные предложения, да, интернет-телевидение вроде как там дешевле получается и так далее. То, что вместе, всегда оно бывает дешевле. И вот смотрите, значит, если, допустим, вот за такую комнату надо заплатить от $100 и выше, то здесь она входит в комплект общего пакета, который стоит всего $20. То есть все конструкторы, авторассыльщик, комната, хостинг и так далее. И самое главное еще выгода то, что простота, легкость создания ресурсов для продвижения своего бизнеса. И поскольку это действительно легко и просто, то и люди берут это как, вот, ну, выражение такое расхожее, да, как горячие пирожки. Люди это берут, потому что здесь легко и просто. Это не где ты рубль сдал, да, а тебе там 1000 дадут, да, там не легко просто, там афера чистой воды. Здесь на самом деле это очень доступно. А вот Академия Альт уже учит, как использовать эти инструменты как для собственного бизнеса, так и для дополнительного заработка, как их рекламировать и так далее. Так вот, комплекс того набора, который есть, и в комплексе с обучением, конечно, дает результат. Итак, давайте вот посмотрим. Итак, вы стали партнером, да, вот вы партнер. И вы сразу же получаете свой интернет-магазин. Здесь все просто, да, зарегистрировался, стал партнером, получил интернет-магазин. Дальше уже сложнее. А как рассказать об этом людям? Как сделать так, чтобы к вам стала очередь из партнеров и клиентов? Как в любом бизнесе здесь и партнеры, и клиенты есть. Вот это, конечно, достаточно сложно. Вадим тоже вам в общих так чертах рассказал, как это все происходит через, да, через рекламу, через страницы подписки и так далее. А вот как их сделать правильно? А как правильно сделать рассылку? А как привлечь этих партнеров и клиентов? Конечно, это уже идет детальное обучение. И на первых порах даже мы своим новичкам даем готовые странички, которые они загружают под себя, там добавляют, и делают, ну, в смысле, информацию, да, свою подписную форму поставят и так далее. И готовые рассылки, которые можно тоже немножечко под себя подправить. На первых порах это огромное подспорье, потому что это самое трудное, что вообще вот приходится, да, делать вот в интернет-бизнесе. Но, естественно, когда это все сделано, и когда партнеры и клиенты пришли, то денежки, они на вашу карточку, ваш кабинет, ваш кошелек и на вашу карточку. Причем они поступают мгновенно, нет никаких затяжек времени, там через месяц там, или сколько. Тут же, в течение нескольких секунд, человек еще не успел проплатить, а на почте уже письмо, что заберите ваши проценты и так далее.
Друзья, вот это понятно. Давайте, чтобы только не плюсики, а поставьте десяточки, если понятно. И единички, если непонятно. И, конечно, много компаний. Много очень компаний. А кто спорит с этим? Речь идет о том, чтобы выбрать лучшее. Если вы понимаете, да, и разбираетесь в этом, вы можете выбрать сами. Вот, у нас есть люди, которые обладают невероятным опытом и которым мы доверяем. Итак, вы стали партнером. Доход от одной продажи может составлять от 50 до 280 долларов. А здесь, посмотрите, вы сразу получаете уже ссылки на готовые страницы, которые уже НВЭБ дает. Это ваши странички, на которые вы можете уже людей приглашать. Будете вы ими пользоваться или свою создадите, это уже вы будете решать. Но у вас уже есть готовый материал в руках. Вот это прекрасно. И у вас есть собственный интернет-магазин, в котором не надо налаживать систему платежей, в котором не надо придумывать, да, какой продукт разместить, там, да, что продавать. Вот, продавать в интернете, в общем-то, не так-то просто. Надо еще знать, что продавать. Так вот, мы сегодня говорим о том, что очень востребовано. Так вот, давая ссылку уже свою партнерскую, приглашая людей, а дальше они уже выбирают, что они берут. Хостинг, конференц-комнату, дополнительные продукты или рассыльщик, да, и странички захвата. То есть, но вы уже обладатель собственного магазина. А если у вас собственный магазин уже есть, вот, то, как вы думаете, деньги уже проще зарабатывать? Поставьте плюсики теперь или минусы. Когда уже готовы. Вот это, между прочим, самая такая заморочка, ведь вот интернет-магазин создать, да, ты особенно не знаешь чего. Вот. Ну и то, что здесь я увидела вопрос, а если ты не очень знаешь, то здесь есть подарок компьютерная азбука для партнеров, где можно это все тоже обучить. Итак, кроме вот тех инструментов, о которых я вам сказала, здесь еще обучающие программы есть. Здесь есть уроки бесплатные и плюс вот эти коучинги. Коучинги уже такие целенаправленные, да? Мастер-группы по сайтам или технологии сетевого маркетинга от маркетингового миллионера, да, авторитета в MLM-отрасли Зиновия Куролапа. Здесь есть совершенно невероятный на «ты» с Яндексом, то есть как давать рекламу, как продвигать свой сайт, какие дополнительные источники дохода. То есть это то, что предоставляет компания, кроме инструментов, и то, что вы можете выбрать. Так вот, очень важно, есть такая фраза, да, не важно, сколько ты денег имеешь сегодня, важно, будешь ли ты иметь их завтра, да, или сколько ты будешь иметь их завтра. Поэтому можно говорить о каких-то, да, однодневках, да, вот что-то срубил и убежал там. Вот. Но мы-то сюда не за этим пришли, мы пришли за реальными нормальными деньгами, правда? Вот. Так вот, они нам нужны сегодня, но они нужны нам и завтра, и послезавтра, и мы должны быть уверены в том, что они будут. И они не просто будут, а они будут расти. Эти деньги будут расти, потому что те, кто пришел, уже платят, но будут приходить еще новые. Свой процент всегда будете иметь. Вот. И вы знаете, к нам приходит очень много пенсионеров. И я хочу сказать, что вот даже по своим партнерам я вижу, как растет их авторитет в семье. Друзья, вот для молодым это может не понять. А вот пенсионеры меня поймут, это очень важно. Когда ты остаешься в авторитете среди своих близких, когда ты не только независим, но ты еще и интернет-бизнесмен. Друзья, это вообще чувство обалденное. Вот. Итак, значит, смотрите. Система AltenWeb. Во-первых, это открытая ниша. Она еще не заполнена. И эта ниша вам, пожалуйста, да, к вашим рукам, к вашим ногам. Я вам в письме, вы, да, читали, да? Посмотрите, что у вас лежит под ногами. Поднимите. Вот так это открытая ниша и востребованный очень продукт. Это готовый бизнес под ключ. Это очень выгодные условия аренды для себя лично, потому что такой низкой цены нет нигде. Есть
еще другие предложения, есть другие хостинги, есть другие инструменты, но такой цены нигде нет. Ну вот я знаю, да, есть аналогичные, там меньше инструментов, там 1200. Здесь $20 аренда в месяц. Это ни о чем. Смарт-респондер один стоит больше $400. Это авторассыльщик, если кто не знает. Здесь очень удобный для клиентов тип оплаты. То есть люди могут платить небольшие суммы ежемесячно. Вот, и, естественно, также ежемесячно вы будете получать свой процент. Выплаты комиссионных даже не то, что ежедневные, а ежеминутные, ежесекундные, потому что я вам говорила прямо тут же. Здесь бесплатное двойное обучение, отвечаю Леониду из Братска. Значит, за обучение мы не платим, здесь бесплатное двойное обучение, потому что дает обучение и InWeb24, и своим партнерам дает бесплатное двухмесячное обучение Академия Альп. И еще две выгоды – это работа в команде, это не в одиночку, когда ты на ощупь движешься в лесу, а это работа в команде, которая возникла проблема, тебя на крыльях тут же вынесут из этой проблемы. И, конечно, поддержка спонсора, человека, который вас пригласил, и по ссылке, по чьей ссылке вы зарегистрировались, здесь она гарантирована, во всяком случае, Академия Альт за этим очень следит. Итак, как же стать партнером? Интересен этот вопрос? Поставьте пятерочки, кому интересен. Пока вы ставите, Алексей, почтовая рассылка. Друзья, вот вы невнимательно слушаете. Не хочу сказать про всех, но вот те, кто задает вопросы. Мы вам сказали, Вадим сказал, и я повторила, что на первых порах своим новичкам мы даем готовые рассылки. А когда вы уже будете не на двух, там, а на четырех ногах стоять, да, как следует плотно, тогда вы уже, когда вы уже будете знать, как их делать, вы, конечно, будете делать свои, какие вы захотите. Итак, становимся партнерами. Варианты входа в партнерскую программу. Часто задают вопрос, а есть ли скидки там инвалидам, пенсионерам и так далее. В бизнесе скидок не бывает. Бизнес есть бизнес, и здесь равные условия. Но тем не менее, руководство компании InWeb, они предусмотрели варианты, когда ну, не каждый может да, сразу стать таким полным, да, полноправным, полномочным партнером. Вот, поэтому они предусмотрели варианты входа, такие мягкие, в зависимости от того, какие у кого возможности. Поэтому вот это можно рассматривать как скидки. Ну вот в честь этой компании должна сказать, что, в общем-то, президент компании, он выходец из Украины, да, в России он жил, из Украины. Он прекрасно понимает, да, что такое вот наше постсоветское пространство, что действительно это проблемно. Поэтому три варианта. И первый вариант – это стартап-партнер. То есть когда вы приобретаете лицензию за $229, вы получаете три вида дохода здесь, и здесь идет в подарок компьютерная азбука еще, которая так вообще-то стоит $30. Это однократно. И вы получаете здесь любой на выбор, какой вы выберете коучинг. А тот, который вы выберете, один из шести. А эти шесть выбраны из 100 предложенных, как лучшие. Итак, это первый вариант входа. Второй вариант входа, более мощный, который будет сразу давать 5 видов дохода. И здесь скидка будет почти $60. Тогда... Значит, берется пакет 2 по 229, а со скидкой 399, и здесь вы уже выбираете на выбор 2 коучинга. Ну, $20 – это то, что аренда, ваш личный пакет вот этих всех инструментов. Ну и, наконец, те, кто хочет сразу, чтобы деньги были очень смелые, вот, те, кто ориентирован на серьезный бизнес и на серьезные доходы, конечно, здесь это элит-пакет, который дает 3 уже коучинга, значит, и скидку $88. И здесь 9 видов дохода, и здесь пожизненный элитный статус. Можно набрать постепенно? Конечно, можно.
То есть начать с мягкого входа и прийти на элит. Можно сразу прийти на элит. Варианты партнерского входа понятны? Можно зарегистрироваться бесплатно. Конечно, можно начать меньше и зарабатывать, да, немножко дальше. 5 видов дохода по партнерской программе. Когда вы станете партнером, все это будет очевидно, и это первое, что вам расскажут, как только вы зарегистрируетесь, вы посмотрите маркетинг-план. Итак, почему этот бизнес доступен даже новичку? Почему он доступен тем, кто еще даже представления не имеет? Потому что, как я сказала одной своей партнер, так сказать, правильно, да? Она женщина, но партнер, одному своему партнеру вас возьмут за руку и поведут. Итак, давайте подведем итоги. Почему новичок может? Во-первых, бизнес готовый. Во-вторых, инструменты для личного пользования и развития тоже вашего бизнеса, той темы, которая вам хорошо известна, и вы обучаетесь, да, этим инструментам пользоваться, вам уже легче рассказывать про них. Вы получаете интернет-магазин под ключ, вы получаете обучающий курс или курсы на выбор, и вы получаете бесплатное обучение интернет-бизнесу. Это уже вот в нашей системе. Те, кто приходит в НВЭП по другой линии, они такого обучения не получают. Плюс помощь спонсора, плюс готовые сайты, плюс, Алексей, готовые рассылки. И все это, конечно, ведет к стабильному доходу. Именно поэтому нам очень легко вам рассказывать об этом. Вот, это доставляет огромное удовольствие, потому что мы сами достигли результатов очень больших в этом. И вот посмотрите, здесь десятка лучших компаний НВЭП, она ведет вот такой, да, рейтинг. И вот из 10 человек, 7 человек, те, кто пришел вот по нашей системе, по системе Alt-NWeb сюда. 7 человек из 10, несмотря на то, что остальные пришли намного раньше, а мы пришли всего 7 месяцев назад. Кто-то 6, кто-то 5 и так далее. Вот эта система, она ведет к такому результату. Друзья, поставьте пятерочки. Вот как стать партнером, понятно? Понятно. Ну тогда я уже возвращаю слово Вадиму, вот, потому что у него всегда самое все сладенькое, вот, поэтому готовьтесь, вот, вы сейчас так и сидите на стульях, не вставайте. Вадим, это руководитель проекта Alt-NWeb, человек, который нашел вот эту систему, и которому мы бесконечно благодарны. Вадим, отдаю слово. Спасибо. Интересно вообще слушать Наталью, все интересно. Я каждый раз слушаю и что-то новое узнаю. И самое интересное, во время рассказа вот этого, во время ее лекции, это читать ваши вопросы. И вижу нетерпение, и некоторые скорее. Но я думаю, после того, как рассказала Наташа, все понятно. До этого я вам сказал, что в интернете без этих инструментов нечего делать. Ясно, что в интернете будут все, 100%. Сколько там миллиардов, столько будет у нас в интернете. И все они будут пользоваться. Конечно, кроме этих инструментов есть другие, но мы зарабатываем и учим зарабатывать на этих. Я сразу другие вопросы, ну, как бы, отвечаю. Хотите, идите на тех зарабатывать. Я вам показываю сегодня, мы показываем, как зарабатывать на этих инструментах. Понимаете? Вот через нас прошло уже... Вообще Академия Альт уже 4-й год, прошло 16 тысяч учеников, и нет ни одного человека, который не достиг результата. Можете почитать в интернете. Все, которые пришли к нам учиться, все стали очень грамотными пользователями компьютера. Почти все, кто-то там бросал, конечно, но развили свою тему и вышли на деньги. Сам я, между прочим, учитель информатики и математики, я... Правда, был им до 91 года, еще тренером по шахматам я был, я мастер спорта. Вот тогда информатика, математика была классная, не было компьютеров вообще в школах.
Ну, не было. И преподаватели не умели. Я прекрасно знал все языки. Алгол, Фортран, Basic, блок схемы рисовал, там алгоритмы, все нормально. Но компьютер я не знал. И первый компьютер у меня появился аж в 2004 году, я вам говорил. Но такая вот понимание, логическая какая-то цепочка в голове все равно всегда была с 90-х годов. И вот я занимался бизнесом до 2010 года. Это вообще была труба, я вам скажу. Там ну, просто не было ни минуты времени. И магазины были, и потом не было, потом опять были, и спады, и падения, и все. И жизнь практически на эти магазины, там на все это ушла. В 2010 году ушел в интернет, потому что хватит, сказал себе. Все закрыл, все напрочь, взял семью, уехал в Питер. И вы знаете, за 3 года денег стало намного больше. Больше, чем когда я имел вот эти 12 у меня было магазинов. Больше. Но вы не подумайте, о, конечно, 12 магазинов крутой. А в 98 году в минус 3 миллиона долларов. Как бахнул у меня дефолт. И отдал квартиры, отдал гаражи, отдал машины. Нет ничего. Есть только вот зубная щетка. И такое было. Все это было. Но я вам скажу, что сейчас я счастлив. У меня 1000 друзей. 1000 учеников. Вот во 47 странах мира. Понимаете? Я каждый день, я приеду в любой город этой планеты, в любой, подчеркиваю. И я найду себе знакомых. Вот что такое интернет. И доходы мои выросли в десятки раз. И вот сейчас я вам покажу несколько человек своих учеников. А вы мне поставьте по 100-бальной системе. Заслуживает вот мой труд, скажем, хотя бы благодарности. Вот человек 2 года назад пришел, не знает ничего, ни браузера, не знает, ну, знает, как включать компьютер. Когда я говорил что-то умное, там, типа слова Skype, она хотела убежать. Наталья Тавадова. Вы понимаете, что произошло за это? Вот она 7 месяцев назад вместе со мной зашла сюда, ну, там я ее учил другим вещам, да, в интернете, мы не знали про инвент. Но она зашла, и посмотрите, какие ее доходы. 4000 долларов, 2 в этом месяце, пока 1159, но это, между прочим, слайд двухнедельной давности. То есть сейчас у нее наверняка там 1004. 13 тысяч долларов заработала за 7. Вы сейчас оцените, вы можете мне сейчас сказать мало. Кто скажет, что мало? А на самом деле умножьте свои зарплаты 20 там, тысяч. 15 на 7, и получите 105 тысяч. Это меньше, чем она зарабатывает за 1 месяц. Вот 7 месяцев вашей работы там на земле, это меньше, чем за 1 месяц. Она просто следовала системе. Она говорит, как здорово, что в этот день мы встретились тогда, несколько лет назад. Через год здесь будет нулики прибавлены, то есть здесь будет 40 тысяч долларов, потому что я надеялся вам донести, что доход в этом бизнесе неизбежен. Неизбежен. Как восход солнца. Если вы все делаете по системе, если вы делаете свои рассылочки, а мы этому учим, не обязательно на наши темы. Возьмите там закаливание, выращивание помидор, зрение, проблемы, как исправить зрение, да, игра на гитаре, вокал, все, что хотите. И вы найдете сотни тысяч людей, которым это интересно, они станут вашими подписчиками. И вы им потом предложите эти инструменты, потому что они им тоже нужны. Это неизбежно. Возьмите дальше. Таня Андреева, сельская местность. Сельская местность, да? Так, Петр, можете выйти, конкретика ему нужна. Значит, смотрите, ребят, сельская местность. 3 года назад только лишь провели интернет. Пришла вместе с нами в бизнес 7 месяцев назад. Сейчас она получает больше, чем любой в их, как называется, село, в их селе. И ей завидуют все, кто вот живет рядом с ней. Тоже просто делает. Ваша цель, вот сейчас я буду работать для Петра Аносова. Ваша цель – заработать деньги. Для этого вам нужно собрать базу подписчиков. Базу подписчиков. С этим все согласны, 317 человек. Все понимают, что в интернете есть только одно, что приведет вас к деньгам. Это ваша подписная база.
Других методов нет. Будь у вас там, скажем, даже инфопродукт, там интернет-магазин, если у вас не будет базы, вы не получите денег. И это ну, просто как дважды два четыре. И вот для того, чтобы у вас была база, и создали мы вот это двухмесячное обучение, мы сделали все самое ценное из наших курсов Академии Альт и создали для наших партнеров, вот те, кто из вас решит сегодня стать нашим партнером, вы сразу вливаетесь в двухмесячное обучение, которое два раза в неделю. Я сейчас вам расскажу, что мы там будем проходить. Но цель основная вот этого обучения, это чтобы у каждого из вас появилась своя база подписчиков. Как я вначале, помните, говорил, идет создать сайт, набирает создать сайт, и ваша страничка, он записывается и попадает в базу. Так вот, когда у вас есть база, это гарантированные клиенты и партнеры. Так что же делает Академия Альт, вернее, команда Альт Инвеб, да, для того, чтобы как можно быстрее каждый новичок создал вот такую себе базу и получил клиентов и партнеров. Мы просто дали двухмесячный курс бесплатный. На этом курсе вы создадите сайт. Светлана, правда же? Вот вы мне написали. Создадите сайт. Вы получите сразу 7 готовых подписных страниц на тему азбука, создание сайта, создание одностраничника, английский, фотошоп. Ну, на разные темы, я всех не помню, по-моему, на MLM бизнес что-то там есть и так далее. И получите, кроме этого, готовые серии писем с видеоуроками, с заданиями, выполняя которые люди будут становиться вашими клиентами. Если это понятно, поставьте плюсики. Пока. Мы вас научим делать эти серии писем, заряжать в рассылщик, и чтобы после того, как человек к вам подписывается, он начинал получать эти серии писем, ну и становился вашим клиентом. Вы научитесь делать вирусные открытки, и, конечно, отдельным будет планом работа вот в этой комнате. Потому что, когда у вас появятся подписчики, вы их будете учить делать открыточки, сайты, ну это если вы захотите, конечно. Но это дает тоже очень хороший результат. Но первый месяц дает вам систему полную. Вы настроите систему, зарядите письма, она будет готова уже к тому, чтобы у вас пошел поток подписчиков. Второй месяц полностью посвящен рекламе. Вот такие, вот смотрите, это я прямо сфотографировал с ваших страничек, которые у вас будут, видите, и Photoshop. Что здесь? Компьютерный азбук, создай сайт, английский и мастер-класс по созданию открыток. Вот я не все здесь сделал, но вот такие странички будут у вас. Конечно, вы сможете поменять фон, может быть, картинки, это если вам захочется, если у вас другое видение этой страницы. Но представьте, когда вы новичок, когда вы только купили компьютер и вдруг получите вот такие готовые вещи, и вас научат, как их дать в интернет, чтобы получить клиентов, это стоит очень дорого. Вот это, наверное, самое главное в системе Альт Инвеб. Что мы всемерно вам, ну, в общем, помогаем. А второй месяц готовую систему мы размещаем практически везде. Везде, где только можно, должны быть ваши странички. Мы делаем взаимопиар, учим вас. Учим массовым взаимопиаром. Я даже не буду сейчас расшифровывать, что это такое. Ну давайте, ладно, скажу. Это обмен. Вы даете свое письмо им, они дают письмо вам. Это когда у вас появляется хотя бы 500 подписчиков. Ну а 500 подписчиков мы учим вас, как набрать буквально в первые же там 1-2 недели. Мы учим вас покупать рассылку в чужих этих базах. Допустим, у автора 10 тысяч подписчиков, мы учим, как не ошибиться в выборе автора, как договориться, чтобы ваше письмо пошло по всей базе, и оттуда к вам пришло там 300-400 подписчиков. Мы научим вас делать скайп-рассылки, не спам-рассылки, а скайп-рассылки, где будет последовательная серия писем, знакомство с их проектом, потом разговор по скайпу, потом вопрос, а поможет ли вот этот проект развить его проект и так далее. Там целая система, и у вас оттуда тоже пойдут клиенты. И также мы вас научим вести Яндекс.Рекламу контекстную. Это основа основ.
Большинство новичков там просто теряются, теряют деньги и бросают это. Мы научим вас, как делать с минимальными затратами, в общем-то, эту рекламу. В итоге второго месяца результат – большой приток клиентов. И вот этот курс для наших партнеров абсолютно бесплатен. Понимаете? Мы могли этого не делать. Ну, тогда бы не было такого результата. Просто не было бы. То есть, выглядит система так. Внимание, кто там мне говорил, где вот-то? Сейчас я вспомню, подождите. Ну ладно, не буду его искать. Значит, сначала вы становитесь партнером, получаете двухмесячное обучение. На этом обучении запускаете страницы захвата, которые мы вам дадим. Их рекламируем. Получаем подписчиков, подписчики получают рассылку, выполняя уроки, начинают становиться вашими клиентами, их больше каждый день становится, и многие из этих клиентов становятся вашими партнерами, и эти партнеры заново проходят обучение. Вот эта система, понятна вам или нет? Ребят, поставьте десяточки, если понятно, что вы получите на нашем обучении. Дарья, если вам все понравилось, то деньги, конечно, вы найдете. Вам подарки никто же не будет делать. Если вам здесь все понравилось, и вы для себя решите, вы, конечно, зайдете сюда. Вот, система очень простая. С помощью ее можно любой бизнес продвигать. Но вот этот бизнес, то есть продвигать инструменты, которые нужны для любого бизнеса, это вообще просто шикарно. Вот. Уже на этом я мог бы закончить свою презентацию. И уже здесь спрошу сейчас. Сейчас, ребят. Вот до того, как я вам скажу свои бонусы, свои там, ну, кое-что. Кто уже готов к нам присоединиться, поставьте 15. Кто готов прямо сегодня сделать... Перед Новым годом зажечь себе звезду ярчайшую уже на весь 2014 год, прорваться к деньгам, пойти с нами с командой к цели. Вот если вы сейчас готовы, то я думаю, надо брать свою судьбу в свои руки, потому что все мы, которых мы вам показывали, это сделали. Посмотрите, Сергей Сычев пришел, потому что ему надо было свой строительный бизнес развить в интернете. Ну, он там бетон, доски, ну, я не знаю, что там строительный бизнес. Сделал сайты, ну, и между делом, ну, как бы продвигал тоже, рассылочку сделал, чтобы инструменты продвигать вот эти вот. В декабре, это опять старый слайд, я вам скажу, здесь, по-моему, у него 1000 уже с чем-то. Он мне сказал, все, Вадим, этим летом я не буду вести бизнес строительный. Я полностью перехожу сюда. Потому что уже в декабре у него будет здесь 1002 и так далее. Вот вам пример простой предпринимателя. А этого человека, кто знает, поставьте плюсики. Это вообще интересный человек. Интересный человек. Значит, 3 месяца назад он пришел. Уже в конце сентября. Ну, почти 4, да? Октябрь, ноябрь, декабрь. Ну, 3,5. Заработал 8 тысяч долларов. Вот именно он будет вести второй месяц, как продвигать быстро, ну, вот, свои ресурсы в интернете. Он у нас в академии вообще ректор, и как раз этой темой он заведует. Реклама. И вот вам, пожалуйста, результаты. Я не знаю, кто-то там пишет мало. Инна, я ведь вам не говорю, что это много. Я говорю, что еще через год это будет в 10 раз больше. Здесь будет не 2000, а 20. Я хотел, чтобы вы поняли, что это непрерывно растет. То есть приходят люди. Я вам показал сначала 200 клиентов, сейчас почти 10 тысяч. Потом будет 100 тысяч. И никуда от этого не уйдешь. И мне, в общем-то, не надо доказывать никому, много это или мало. Тот, кто меня услышал, сегодня придет. И у нас приходит каждый день очень много партнеров для того, чтобы стать успешными. Понимаете? Вам надо сегодня понять, нужно вам что-то менять или не нужно. Подходит это вам или не подходит. А я вам показываю факты.
Как я говорил, ежедневные выплаты, больше не буду на этом задерживаться. Единственное, что скажу, что курс очень высокий. Я вот несколько дней назад снимал, то есть доллары я снимал рублями, у меня получилось по 32,77. Ни один банкомат, в принципе, на наших российских карточках не дает такой курс. Мне это понравилось. Теперь смотрите, вчера, а нет, не вчера, 18 числа закончился предыдущий розыгрыш. Три человека выиграло по $250. И с 19 числа начался новый. С 19 декабря по 18 января наша команда выделяет три приза по 250 долларов новым партнерам. Вот, то есть мы спокойно можем себе позволить, то есть вот выделить такие деньги уже вам. И кто-то из вас, кто видит себя уже победителем, можете поставить плюсики. Вот такие. Вот это у нас уже будет пятый розыгрыш. Четыре розыгрыша прошло. У нас каждый месяц есть счастливчики, которые получают деньги. Вот я вижу уже плюсики, да. Я рад. И если, и опять же, знаете, подсознание, оно не знает, где вымысел, где реальность. Вот вы себе поставили сегодня, что вы видите этот, ну, выигрыш, вы выиграете. Значит, вы его выиграете. Большая вероятность. Дальше, следующий бонус. Этот бонус всем партнерам, которые придут с 19 декабря по 18 января. Хорошо. Теперь следующий. А вот этот бонус... Да, конечно, Зауреш. Особенно если вы немножко уже разбираетесь, то у вас можно составить индивидуальную программу и заработать с первых дней. У нас есть такие люди, мы вам показывали. Смотрите, кто у нас сегодня примет решение и зайдет за сутки до завтра, получит бонусов на 51 тысячу рублей, не бонусов, а реальных инфокурсов от миллионеров инфобизнеса, от наших партнеров, которые дали для команды эти бонусы. Это не бонус, это помощь в продвижении к вашим целям. То есть вы берете эти курсы и решаете все свои задачи. Но для этого я не буду говорить, что вот когда хотите. Вот сутки у вас, сутки, до завтрашнего 24. И смотрите, первое, эти бонусы у нас выдаются, ну как бы, одни сутки после вебинара. Первое, это то, что сэкономит вам десятки тысяч рублей. Вы не будете вызывать при любой поломке, неисправности или вообще непонятке с компьютером мастера. Там одна диагностика стоит 500 рублей. У вас здесь будет настольный такой диск, который вам поможет и Windows переустановить, и вирусы выгнать, и звук настроить. Ну все, там вентилятор поменять. Ну вот такие вот мелочи и типичные там неисправности, все здесь есть. Это сделали мы сами, это наша команда Альт сделала этот диск. Он вам поможет. Дальше, помните второй месяц? Второй месяц, помните, дорогие друзья, мы там говорили, работа с авторами купить, да? Так вот, в интернете очень много обманщиков, людей, которые говорят, что у них база, а у них путем-то и нет базы. И вы платите деньги, а потом оказывается, что ваше письмо никуда не пошло. У нас есть готовая база, которые реально живые люди, честные, которые размещают письма. И, в общем-то, вы получаете результат. Как с ней работать? Тут готовые письма уже есть и так далее. Это вам тоже в помощь для продвижения бизнеса. Как сделать видео? Давайте я вам сейчас расскажу маленький пример. Вот Вадим Дедык, он тоже очень наш хороший друг, вот дает такое видео, видео за час. Вот представьте, вы сделали видео, хорошее видео. Вот у меня жена сделала видео, как перевернуть фотографию. Очень многие фотографируют и не могут на компьютере ее перевернуть. Обыкновенное видео, там 2 минуты. Это видео за месяц посмотрело 30 тысяч человек. Внизу стоит форма подписки, ну ссылочка на страницу. И оттуда идут люди, подписываются. А если это видео разместить на 60, 70, на 200 видеосервисах в интернете, их действительно очень много. Вы представляете, сколько будет просмотров и так далее. Вот это вам тоже такая вот помощь в освоении. А как писать письма? Кто умеет? Да никто не умеет практически. Я сам, когда пришел путем, даже не мог там два слова связать. Вот Сергей Проценко, он у нас партнер Альта, и
дает вот такой шикарный курс, как быстро написать продающий текст, чтобы у вас читали ваши письма, чтобы шли за вами. Прошу вас, еще один бонус. Сергей Змеев, его знают, наверное, все у нас. Ну, кто есть в интернете, те знают Сергея. Это очень дорогой тренер, коуч. Он миллионер долларовый. К нему едут со всей страны, чтобы пройти вживую его уроки, его тренинги. Он нам подарил сразу 3 курса. Как набрать базу, как разобраться с энергией жизненной силы, энергией любви, энергией денег и как построить инфобизнес. Этот курс продается сейчас, вот в данное время. Но нам он его дарит. Это вообще, вообще невероятно. Вот просто вот его обучение стоит под 100 тысяч рублей, вот месячно его обучение. Вот представьте, какие вещи он нам дает. Дальше, Артем Нестеренко, он дает нам свой курс, как построить команду, как свое время спланировать, как не бояться ничего, как закрывать, как проводить вот эти презентации. Мальчик, я его называю, ему 33 года, долларовый миллионер. 130 тысяч команда за 2 с небольшим года. Имеет недвижимость за рубежами. Ведет передачи по MLM. Пишет книги. Выпускает диски. 33 года. С нуля. Не было у него ничего, когда пришел. Понимаете, ребят? И вот тут он в этом описывает все и дает нам пройти по его пути. И, конечно, Евгений Вешкурцев, его знают все. Его знают все. Потому что через него проходят на российском рынке практически все крупные компании, которые заходят к нам. Они знакомятся через него с нашим менталитетом. Как подать товар, каким образом, каким боком повернуться. Я сам учился у Евгения целый месяц. Это невероятно. Вот глыба ума, он дает тут 2 курса. Просто как создать, опять же, классический список, но на самом деле это как создать подписную базу. Простыми словами, и у вас в голове все переворачивается. И как закрывать любую сделку, хоть по скайпу, хоть вживую, хоть вот здесь вот на тренинге, да? Это дорогого стоит. Итак, вот смотрите, я просуммировал здесь. 50 890 рублей. Скажите мне, вы встречали такие команды где-нибудь? Если да, пишите, да, мы видели и больше давали. А мы на самом деле это не просто так. Это помощь партнерам. Вот запомните это. Это не какая-то звониловка. Это вам в помощь. Мы любим решительных людей. Зайдете, значит, вы и дальше будете так двигаться. И именно поэтому мы ставим ограничения. Итак. Помните, я просил, кто хочет зайти, 15. А поставьте еще раз 15. Я посмотрю, увеличилось или нет. И дам вам еще кое-что. Кто зайдет к нам в бизнес? А я посмотрю. Да, мне кажется, людей стало больше. Потому что они поняли, что мы тут не в игрушечки играем. Здесь идут порядок цифр, которые непривычны на земле. Здесь другие идут деньги, другие зарплаты, другие цифры. Спасибо, что вы услышали меня. Меня и Наталью. И последнее. Мегабонус. Ни одна команда сейчас в интернете не может этого сделать. Мы выделили пока 500 000 рублей на 25 путевок 8-дневных по Средиземному морю. Представляете, вы поедете вместе с нами. Все партнеры, которые зайдут в этом году с 24 ноября по 24 ноября следующего года, будут участвовать в розыгрыше этих 25 путевок. А это очень большая вероятность. Это вам не спортлото там из миллиона выбирает там одного. Это вот партнеры нашей команды. Зайдет 1000, будете, каждый 40-й поедет. Но дело идет так. Смотрите, это я вам немножечко открываю тайну. Дело идет к тому, мы уже совещались с лидерами, что может быть даже здесь будет не 25, а 40. И путевка будет не на одного, а вдвоем с кем-то, с мужем или с женой или там, и так далее. Представляете? По морю опасно, Инна, но я все равно поеду, знаете. Эти бонусы за любой набор, Светлана.
Вам говорят, что нам все равно, как вы зайдете. Главное, что вы с нами, вы поняли. Вам говорят, что лучше заходить на элитные, то у вас будет больше денег. Вы же видели моих вот тут учеников. Они зашли на элитные, я же их показывал вам. Вот в чем дело. Ну и последний вопрос. Тот, кто на теплоходе, это единица. Ставит единицу. Кто видит себя на теплоходе — единица, кто на берегу — двое. Вот давайте посмотрим ваше видение. Где вы хотите, единичку или на берегу? Я хочу на теплоходе. Вот, Наиль остается. Ладно. Наиль, мы вам напишем письмо и пришлем фотографию. Ладно, это все, конечно, я немножко уже улыбаться с вами начал. Итак, все ясно. Сейчас сделаем себе подарок. Вот те, кто поставил 15, в принципе, я готов уже остаться только с ними. В принципе, я теперь работаю только для них. Кто заходит к нам в бизнес? Они делают себе такой невероятный подарок на Новый год. Они зажигают себе звезду. Они зажигают себе то, к чему они будут идти вместе с нами. И они обязательно туда придут. Сейчас принимается решение, вот эти рождественские решения. Сейчас самый благоприятный момент. Поверьте мне. Сейчас, прежде чем пойти дальше, я спрошу у вас. Спрошу. Есть такие люди, которые еще не зарегистрированы в Инвебе? Если есть, поставьте нолик. Это важно. Потому что, чтобы предоставить им возможность сделать это прямо сейчас. Да, есть очень много. Сейчас я вам сделаю сюда ссылку для регистрации, да? И вы, пожалуйста, сейчас я вам все объясню. Итак. У вас появилась кнопка «Зарегистрироваться». Кто уже зарегистрирован, тот не нажимает на нее. Кто поставил ноль, нажимайте на эту кнопочку. У вас откроется поля для регистрации. Имя, фамилию на латинице, пароль, e-mail, Skype. Сделайте это сейчас, я даю вам 3 минуты. А потом вы вместе с нами пойдете дальше, потому что дальше пойдет для тех, кто уже зарегистрирован. Из тех 15, которые уже поставили, что пойдут сами. Господа, кто из вас уже зарегистрируется, поставьте мне плюсы, ладно? Чтобы мы долго, но это будет минутки 2-3. Это важно, мы должны дать возможность людям зарегистрироваться. Вот вижу, уже 2 плюсика есть. Пароль сами придумайте, конечно же, Свет. Просто идет регистрация. Это важный момент. Вы аккуратно пишите почту, туда будет приходить Skype, с вами свяжется обязательно наставник, поможет вам во всем, да? Это очень важно, чтобы вот тут все было правильно. Потому что вы, еще раз говорю, мы не шутки шутим. Вы вливаетесь в команду, которая заинтересована в вашем успехе. На 100%. Вижу, еще несколько человек поставили плюсики. Лариса, если вы заполняли, не надо. Формы нет, значит, вы, Света, уже зарегистрированы. Не надо. Не надо. В общем, давайте дальше. Пока ребята регистрируются. Ну, давайте еще минуту. Плохой сайт. Есть такой ВОВ сайт. Это он плохой, он лезет везде. Он даже пишет, что Яндекс плохой, Google плохой. Ну, Свет, ну, потом вы напишите в письме. Вот смотрите, кто решил, вы напишите сейчас еще и письмо человеку, который вас пригласил на вебинар. Напишите: я готов стартовать. Мой скайп такой-то. Прошу помощи. Ребят, это важно, чтобы вы тоже это сделали. Вот кто уже зарегистрировался, пишите: я готов стартовать, готов начать с вами бизнес. Мой скайп такой-то. Прошу помощи. Если не получается зарегистрироваться, к примеру. Так?
Но я могу дальше двигаться, да? Старт будет тогда, Свет, когда вы купите себе хотя бы пакет маленький, да, стартап, и зайдете в наш чат, и вы сразу вливаетесь в обучение. Сразу, незамедлительно. Все, господа, идем дальше. Но я боюсь, что вам будет мешать вот этот квадрат. Итак, для тех, кто зарегистрировался, напишите, если мешает. Если не мешает, не буду убирать. Лариса, если не помните почему, пишите в письме, которое вы сегодня получили. Я готова стартовать, мой скайп такой-то. Мы с вами свяжемся и все выясним, почему вы регистрировались и так далее. Итак, для тех, кто зарегистрировался, вам надо войти в кабинет в свой. Вы написали там e-mail, пароль. Зайдете, и вам надо будет прийти в раздел «Коучинги». Вот сюда вот. «Коучинги». И когда вы нажмете левой кнопкой, раскроется здесь такие окошечко с тремя надписями, и вы нажмете «Принять участие». Так? «Принять участие». И перед вами откроется на выбор. Все, я убираю регистрацию. Перед вами на выбор откроется 6 коучингов. И здесь зависит от того, сколько коучингов вы решили взять. Ну, то есть, на какой пакет. Элитный – 3, бизнес – 2, стартап – 1. Элитный, как я говорю, это лучшие, но, опять же, все по деньгам. Но вот если вы хотите на 1, берите обязательно с Яндексом на «ты». Я сам, когда пришел в интернет, я 1,5 месяца занимался только Яндексом, и всего... Всему, чего я добился, я благодарен, только вот обязан этому Яндексу, да, рекламе. Поэтому я вам рекомендую. Если же вы решили зайти на 2, я вам рекомендую с Яндексом и, конечно, технология сетевого маркетинга. Если вы решили на 3, я вам рекомендую технологию, Яндекс и дополнительные источники дохода. Вот эти 3. Но опять же, это не догма. Если вам нужно что-то другое, вы можете взять любой из коучингов. После того, как вы поставили галочки в этих квадратиках, вы нажимаете «Продолжить» и выбираете вот этот 20-долларовый пакет. И нажимаете «Заказать». У вас откроется форма оплаты. Лучше это кредитная карта Kiwi. Как вы знаете, сейчас немножко их там с лицензией какие-то что-то у нас на России. Вот кредитная карта оплачивать, и самое то. Самое простое и самое легкое. Все сделали, внесли, я прочитал, завершить заказ. Вы партнер нашей команды, Altinweb. Мы берем вас за руку, вводим в чат, вводим в обучение и так далее. Итак, в общем-то, вы узнали сегодня все.